На минувших выходных в Уральске произошел пожар, охвативший площадь 5 гектар. Огонь вспыхнул в районе нефтебазы. Горела сухая трава, затем огонь перекинулся на городское кладбище. О пожаре сообщили жители близлежащих домов. По словам сотрудников ЧС, сообщение о возгорании на пульт пожарной охраны поступило довольно поздно. В момент приезда пожарной части огнем уже была охвачена довольно большая территория. К счастью, пожар удалось ликвидировать, не допустив его распространения на нефтебазу. Осложнялось тем, что жаркая стала сухая погода, порывы ветра увеличили распространение его. Общая площадь пожара стала 5 гектаров. Ну, в короткое время пожар был локализован. На такую большую территорию распространение получило из-за поздного сообщения о пожаре. То есть по приезду уже было 3 гектара. Причина устанавливается.